Всем привет! Это видео о том, как войти в безопасный режим Windows 10. Этот режим предназначен для диагностики операционной системы, но функционал Windows при этом сильно ограничен. Безопасный режим следует использовать только в случае, если работа с системой заблокирована. Существует несколько способов, как запустить Windows 10 в безопасном режиме. Первый способ. Перейдите в меню «Впуск» и выберите «Параметры». В следующем окне перейдите в меню «Обновление и безопасность» и выберите «Восстановление». В разделе «Восстановление» найдите пункт «Особые варианты загрузки» и нажмите кнопку «Перезагрузить сейчас». После этого подождите, пока Windows перезагрузится. В окне выбора действия нажмите на «Поиски устранения неисправностей», затем «Дополнительные параметры» и «Параметры загрузки». Далее Windows уведомит вас о том, что компьютер можно перезагрузить с использованием дополнительных параметров загрузки, один из которых – это включить безопасный режим. Далее нажмите кнопку «Перезагрузить». В следующем окне нажимаем клавишу F4 и ждем, пока ваша система загрузится в безопасном режиме. Второй способ. Нажимаем клавишу Windows плюс R на клавиатуре и вводим msconfig. Нажимаем Enter. На вкладке «Загрузка» отмечаем безопасный режим. При этом смотрим, чтобы текущая операционная система была выбрана. И отмечаем один из вариантов загрузки безопасного режима. Я рекомендую минимальное. Далее нажимаем кнопку «Ок». И при следующей перезагрузке будет включен безопасный режим. Третий способ. Если система у вас загружается, но войти в нее вы не можете, оказываетесь на экране блокировки. В данном случае нажмите на кнопку питания и, удерживая клавишу Shift на клавиатуре, нажмите на перезагрузка. После этого следуйте инструкции, которая описана в первом способе после перезагрузки Windows. Четвертый способ. Если у вас система вообще не загружается, для этого вам нужно будет использовать загрузочный диск или флешку с Windows 10. Если у вас таковых нет, вы можете создать их на другом ПК. Или же диск восстановления. Как создать диск восстановления, смотрите предыдущее видео. Я покажу, как зайти в безопасный режим, используя диск восстановления. Для этого зайдите в BIOS или UEFI и загрузите с диска восстановления. В моем случае это EFI USB Device. Нажимаем Enter. Выбираем язык русский, раскладка клавиатуры русская. В следующем окне нажимаем «Поиски и устранение неисправностей», «Дополнительные параметры», «Командная строка». В командной строке пишем «bcd edit», «set», «default», Save boot, minimal и нажимаем Enter. Видим, что операция успешно завершена. Теперь перезагружаем компьютер, и Windows 10 будет автоматически загружаться в безопасном режиме. Для того, чтобы убрать автоматическую загрузку безопасного режима, зайдите от имени администратора в командную строку. Клавиша Windows плюс R. И вводим cmd. Нажимаем ОК. В командной строке вводим bcd edit, delete value, default, save boot. Нажимаем Enter. После перезагрузки системы Windows 10 будет автоматически загружаться в обычном режиме. Всем спасибо за внимание. Удачи!